Чтобы спортивно-технический клуб смог получить технику, пришлось вмешаться прокуратуре. Все дело в том, что в июле прошлого года директор СТК заключил договор на поставку 4 мотоциклов. В этот же день учреждением и поставщиком были подписаны акт приема-передачи транспортных средств и транспортная накладная. В августе заказчик перечислил на расчетный счет поставщика более 160 тысяч рублей. Позже выяснилось, что на деле СТК принял мотоциклы другой марки, которые имели иные технические характеристики, благодаря чему в договоре была прописана меньшая сумма. По выявленным нарушениям директору учреждения назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, который уплачен в полном объеме. Кроме того, нарушитель за свой счет приобрел 4 мотоцикла марки, указанные в договоре, и отдал в распоряжение спортивно-технического клуба.